Рада всех приветствовать. Меня зовут Виктория. Мне 35 лет. С кем познакомилась буквально год назад, в январе месяце 2022 года. Что могу сказать? Начала я все пробовать продукцию нашу с оптимального сета. Могу сказать, что на тот момент, если честно, просто купила попробовать, да, то есть без всяких ожиданий, да, я была наслышана, слышала очень много отзывов, видео смотрела, ну и как-то решила попробовать, ну и без особых ожиданий это все было. И вот когда я попробовала, да, вот этот продукт, когда я ощутила на себе, когда я ощутила, что он делает, я, конечно, была немного в таком приятном шоке, да, потому что ранее все, что я пробовала, конечно, это не сравнится с PM. Начала я пробовать продукцию, через неделю где-то примерно у меня начались изменения. Это улучшился сон, это бодрость, да, вот та вот энергия, о которой как раз-таки Юля, да, рассказывала, о том, что ты радуешься просыпаться по утрам, потому что у тебя есть уже утром своего рода такой ритуал, да, определенный, когда ты выпиваешь витаминки, когда ты наполняешься, когда ты просыпаешься и готов уже идти действовать, общаться с людьми и достигать своих целей. Вот, на данный момент я еще сейчас тоже подключаю бьюти, очень вкусное, очень-очень вкусное, его просто надо попробовать, конечно. Здесь можно много чего говорить, много можно услышать информации, но когда ты попробуешь один раз продукт, это любовь, это остается вот это чувство, да, необходимости. Да, когда ты понимаешь, что происходит с твоим организмом, что происходит с твоим эмоциональным, да, состоянием, когда ты радостен, когда ты способен улыбаться, двигаться, общаться с людьми, это очень важно. Я очень благодарна компании BM за то, что она делает на данный момент. Я очень благодарна Алене Вайкосте, которая познакомила меня с этим продуктом. И, конечно же, я стараюсь по мере возможности всем рассказывать о нем, делиться, давать пробовать, да, продукт, потому что это, конечно, очень важно сейчас поддерживать наше физическое, эмоциональное состояние. Вот, всем всего доброго, желаю всем принять правильное решение, целую, обнимаю, до встречи.